Эта медитация направлена на развитие интуиции, ясного и трезвого видения ситуации, на усиление вашего нимба. Присядьте или лягте удобно. Держите спину прямо. Закройте ваши глаза. Надавите пальцем на область третьего глаза, область межбровья, чтобы почувствовать контакт с ним. Попробуйте дышать через эту точку третьего глаза. Медленный вдох и медленный выдох. Вдох, выдох. Почувствуйте, как энергия дыхания проходит через точку межбровья. Вдох и выдох. А теперь представьте, как из центра Земли поднимается столб светящейся энергии и, проходя сквозь земную кору и бетонные перекрытия, эта энергия входит в ваши стопы. Эта светящаяся энергия постепенно проходит от ваших стоп, поднимаясь до самого третьего глаза. Почувствуйте, как эта энергия активизировала вашу внутреннюю силу. Прочувствуйте, как энергия вместе со вдохом и выдохом проходит через точку третьего глаза между бровями. Вы дышите через эту точку. Понаблюдайте, как вместе со вдохом к вам приходят знания извне. Поступает информация из космоса, просторов Вселенной. А с выдохом вы отправляете сигнал в космос. Ваши самые заветные мечты и желания. Почувствуйте, как налаживается ваша связь с Божественным. Вы получаете и отправляете энергию. Вы изобильны. Вы чувствуете себя в безопасности. Вы часть Вселенной. Вы соединены с ней в единое целое. Снова глубокий вдох через точку третьего глаза. И долгий выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Можете постепенно открывать глаза. Как вы себя чувствуете?